Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, кампанию за Эйду. Всем привет! Мы находимся на танкере, на котором уже до нас был Джейк, Шерри и Крис с Пирсом. Что мы тут делаем? Мы идем вперед. Да, в кампании за Эйду как-то сюжеты вообще не завезли особо. Мы двигаемся. Ну, по крайней мере, стало понятно, кто это такая вторая Эйда. Их на самом деле оказалось две. Потому что это в кампаниях за Леона, за Криса и за Джейка вообще не объяснялось. Но вот. Мы до этого сами как-то там дошли. Ну, многие говорили, что да, они уже прошли игру и знают, к чему. По-моему, все, кто играет и следит за сюжетом, понял бы, что Ады две. Не знаю, как бы там ни было. Я давай. На-на-на-на. Это наша фишка новая. Слушай, это же мостик. Да-да-да. Я тогда еще говорил, что здесь Solid Snake где-то ходит. Ага. А ты-то где был? А ты меня за дверью закрыл. Я сейчас оперативник убьют. По-моему, надо бежать. Прячемся в стиралке. Нет времени объяснять. Да. Полезай. Так, хорошо. Блин. I'd rather avoid these guys. Wonder if there's another way. Короче, нам нужно бежать с корабля, судя по всему. По-моему, уже этот корабль будет обстрелить, истребить или нет? По-моему, да. На меня такой прожектор показывает. Мне, кстати, катсцен уже. Кеш. Ты увидел, что у меня тут происходит? Я, да. Ты слышишь, и тебя толкают просто назад. Да, мне это показывают катсцену. И сзади там находят этот зеленый ник Black Ufa, такой тинь-тинь-тинь по лесенкам. Но мы их уработали, Ой, ты пришел опять. Ой-ой-ой. Надо бежать. На мне эти мушки. Давай, вот тут ты должен прыгнуть. А я должен в карман тебе залезть. Ты появился опять из воздуха. Я крутой. Да. Ты круче. Я самый появляющийся и самый исчезающийся. Прыгаем. Вот, сейчас будет интересный, приятный ракурс. Как всегда у меня. Нет, у меня лучше. Эй, не толкайся. Я прыгнул вперед и... В общем, толкнули. Сверху ползем такие. У тебя камера как? Камера? Нормально. У меня просто показывал, как внизу воюет там Крис и... Да-да-да-да. Это, по-моему, прикольно. Вот это как очень классно. Сбоку так. Я, пожалуй, поспешу. На Дженсона где-нибудь тут напоримся. Угу. I never ask for this. На. Гордон Фримен. Нет. Морган Фримен. Нет. Гордон Фримен. Морган Фримен. Гордон Фримен. Я победил. Нет. По общему голосованию я победил. Просто ты говоришь про Гордона Фримена. А, подожди. Добрый день. Месье. У него что-то хрустнуло. Зачем ты так? Нет, я просто это... я. Его дома ждала мутировавшая дочь, мутировавшая жена. В скафандрах. Да. Они были... Они сидят в скафандрах за столом, и дочь спрашивает... Папа, мы хотим есть. Где папа, мама? Я хочу кушать зомбированной пищи. Мама такая, больше не будет зомбированной пищи. Папа умер. Папа убила Ада Вонг и ее воображаемый друг. Зачем ты это делаешь? Мне норм. Ой, щикаться-то как, щикаться-то как. На самом деле это как вот собака, вот рада, когда встретится, она же так. Ага, запрыгивает на тебя, такой. Вот тут что-то такое было. То же самое. Окно. Один в один. Ну зачем ты это делаешь? Я паду вниз. Я упал. Прожектор. Опять прожектор, да? Меня прожектор видит. И. Так, нельзя, чтобы нас прожектор видел, да, похоже? Ну что происходит? Главное в своих же. Неважно. Нет времени объяснить. Мы должны идти вперед. Ладно. Ладно, хвалим, хвалим, так хвалим. Тут опять летающий хрень. Да я бью. Я просто бью. Че, куда? На-на-на-на. Ну. Нет, ну я об этом. Как-то не синхронно. Смотри, служба охраны старается вовсю. Я подхилил нас, если мы на второй. Добрый день, друг. I never ask. Ты убил его? Потому что, значит, тут не очень получилось. Ну, убил.
тех, которые остальные. Ой, тут что-то вообще всякое мутирует. Сейчас как все понарождается. Вали его, вали. Да пошло оно все. Ну ладно. Я такой на лесенке поднимаюсь, я там внизу там бум, башкой все на голову. Ты опасный. Иногда. Мне страшно. То есть вот понимаешь, да, просто жили люди. Это что было? Там пролезло что-то, оно смотрит на меня. Это гигантский клещ. Эль-гиганте. Эль-гиганте. Эль-клещито. Может быть, нам повернуть? Ты, кстати, можешь уже... А, нет, все равно ты задницу кверху ползешь. Я заблудился, Чек Шепард. Я ползу за тобой. Я надеюсь, ты выведешь нас в никуда. Я увидел там очки, но я не буду их брать. Снизу там воюет опять этот. Видишь, как куда-то полз? Да, по нам стреляют. Я спрыгнул вниз. По вам? Прямо на тебе только что был паук? Просто. Тебе показалось. Конечно. Ну да. Так. Куда ты делся? Бугагашенька. Понятно. Open the door. Опять 10-секундная катсценка. Да. Без объяснения причин. Угу. Сейчас она говорит по телефону, и ничего не произойдет. Такая, привет, мам, привет. Че как ты? Да хорошо, а ты как? Я тоже в порядке. Ну пока, пока. И катсценка кончилась. То есть ей даже перчатки не нужно снимать, чтобы отпечаток пальца просчитался. Ок, ок. Чего это ты придираешься? Клару? Сестра. Да. Сестра Елена Дебра. А, Дебора. Точно, ссылка Клару. А, его жена. А вот мы что-то ничего не поняли. Люди, я надеюсь, объясняют, что только что было. Потому что... Мы да, только что убили её, да. Мне кажется, у меня какие-то эмоции только что были. Мне кажется, что это самый бесполезный персонаж в серии. Вот этот вот клон Эйды, потому что она вообще ничего не делала. И с ней даже поговорить не дали в компании за Эйду. Я думал, как-то все это прояснится. Она тупо несколько раз появилась, как-то... Странно все делала и в итоге... Оба. А, я думаю, и нет. В итоге умерла. Ну, может, они сделают компанию за вторую Эйду. А потом компанию за навозного жука. Не, ну я просто вот вообще смысла не понимаю этой вот Эйды вторую. Для чего она была в игре? Для чего вот он в игре? Чтобы огрести. Ну, ты знаешь, мы поступили как гопники. Просто... Уронили человека, не поздоровались, ничего. Может, даже, он хотел там, я не знаю. Даже Семок не спросили. Ой, да поехали. Что такое, где? Стойки, конечно. А у тебя кольцо, кстати, на поясе болтается. Ты чего отдал? Или это не кольцо? Это мода. Подожди, не подходи. Пусть договорят. А, все, договорили. Там был такой диалог. Ну да. То есть она так аккуратно легла, ее не разбросала, да? Ну, там даже голова не... С такой-то высоты. Она затылком ударилась с такой высоты. Мутанты, понимаешь? Ну, понятно. Сережка в текстурах застряла. It's a shame.
Few had only sought vengeance against Simmons alone. I would have helped you. У него дрянь была. Какой позор, говорит. А, какая жалость. Если бы, говорит, ты, ну, хотел отомстить и сказал бы, вместе мы могли бы это сделать. Перевод, конечно, жжет. Опаньки. Ну, что-то у меня были подозрения, что это произойдет, на самом деле. Че с ней? Сейчас мы будем ее бить. Get over yourself. Help me. Я предчувствую босса опять пятиэтажного. Сейчас посмотрим. Вот я бы очень сильно удивился, если бы она вот так сейчас шла и просто бы сдохла. Я бы просто прыгнул за борт и уплыл нафиг. Потом спал бы в панике. Под подушкой. Я бы кинул гранат на нее. И убежал. Не, ну это просто смешно. Как будто фарс. Все, что ли? Я ж тебе говорю. А, ну, пять этажей, как ты говорил, да? Как потом это можно вообще объяснить кому-нибудь? Вот что мы сейчас видели? Rest in peace, Carla. Карла. Это Карла? Так это Карла была, понятно, его жена. Странно. А почему она называла себя Ада Вонг? Потому что он из нее сделал Ада Вонг. А почему она вот так вот расставила? Ты слишком много вопросов задаешь не тому человеку. Я Акакий, мне норм. Да. Может быть, зрители кто-нибудь что-нибудь. Нам вниз. То есть была шпионка, была другая шпионка. Первая шпионка сказала вторую, что... Вторая не настоящая, о... Ура! Вторая расставила и превратилась в многокилометровый мост. Я думаю, надо бежать, Джекшот. Может быть, это... Причем это... быстро. О! Шепард, бросай меня. Это дело пахнет зефирным человеком. А, ты же дверь не можешь открывать, да? Ну да, бросай меня. Без тебя никуда не могу. Спасибо, погнали. О, ты прикинь. У нас фонарики есть. Чё ж она раньше им не пользовалась? К концу-то, блин, игры. Что это за прыщи тут? Вот это круто, на самом деле. Там ребенок вылез. Неважно, неважно. После Dead Space 2 я ненавижу детей. Заставьте меня это развидеть. А нет, это прямо она сама за нами появляется. Не надо нам это. Мы уходим. Ой, она прям... Их тут несколько, ничего не понимаю. Меня только что схарчили, но я им не дам. Тут куча рук было. Да. Да-да-да. Вот в этот момент. Давай, женщина. Она идет. Давай, стреляй пока там, стреляй куда-нибудь. Люк Шепард, не подведи. Я стреляю. Нет, тут еще хуже. Я ставлю тебя там. Нет! Что ты делаешь? Я внутри! Ты тут не врешь. Зато получилось красиво. Там, кстати, эмблемка. Ух ты. Жи, эмблемка. Твою мать, я после этого спать не буду. Какая-то гигантская белая текстура тут все заполонила. Ой, твою мать. Так, я пошел. Все. Мне это... Тихо. Ты чёрт. Вот так.
прощай, ты остаешься там. Нееееее. Я валю. Валим. Ты понимаешь, да, что это такая игра, что нам так или иначе придется ее убить. Смотри, лицо. Валим, валим. Валим-то валим, я бегу. Это психоделия какая-то. Я убежал. Легко нам, мать. Где ты? Я не знаю, где я. Ох, я Спайдермен. Ой, на-на-на-на. Баллоны. Баллоны. Перезарядка. Перезарядка. Я так красиво обрыл, вставил в голове. Так. А забрала? Ну ты-то воображаемый, тебе-то чё? Я каким-нибудь. Напишите в комментариях к этой серии фразы «Я каким я норм». Чтобы не было очень много людей. Я валю. Прикольно. Я с вами перейду. Ой. Щит, щит, щит. То есть ты хочешь сказать, что нужно стрелять по баллонам, да? Да. Я даже перезарядиться хотел. Бэтмен. На-на-на. Стреляю по баллонам. Перезаряд. Опять была перезаряд. Ты вытащил нас. Да, ты крутой. Я нас вытащил. Куда бежать, Джек Шепард? Тут глаза. А у меня перезарядка все равно. Там что-то лезет, я слышу, прикрывая меня. А что? Это самый крутой момент вообще в компании. А, стой, ты остаешься тут. Меня уже в третий раз. А что ж ты делаешь? Ты видишь, что оно получше? Иди первым. Жиженька! Я придумал по жиженьке. Стреляй в глаза. Ой, какие они мерзкие. Мне кажется, у меня конъюнктивит. Хороший конъюнктивит. Конъюнктивит. Я перезаряжался. А, я нет. На самом деле... Это прикольно. Стреляй в мясо. Пробивай там. Мы прям просто пробиваем проход, офигеть. У меня закончился патрон. Стреляется снайпер. Похоже. Оно зарастает. Я знаю. Нужна граната, Джек Шепард. Нету. Есть одна. Лови. Валим, валим, валим. Я пытаюсь туда, да, я тоже. Может, глаза снова? У меня патроны кончились. Я перезаряжаюсь. Глаза сейчас не хорошо. Я в него... Я при смерти. Это я при смерти. Спаси меня. Ты понял, что делал? Эй, да. Нет, она. А, нет, я пришел в себя. Я сажу твое мясо и высосу мозг с кисти. Знаешь, как я умер? Как? А там был какой-то нарост внизу. Мне написали R1 его упнуть ногой. Я упнул и умер. Нормально. Пинай побольше. Не пинай нарост. Знаешь, что надо? Когда мы пробьем дыры, надо стрелять в баллоны там сзади. Вот я что понял. А-а-а. Это деньги. Деньги. Как джинис. Я использовал. Я перезаряжаюсь. Я тоже. Он сейчас стрельнет. Чё ты скучил? Бабалю. Стреляем в глаз. Бабали. Мне плохо. Мне тоже нехорошо. Вставай. Первый раз у нас лучше шло. Чё, куда стрелять-то? Глаза, глаза стрелять. О, пошло, пошло, смотри. Так у меня опять патроны кончились. Я кидаю гранату. Ну давай, стреляй в этот. Я просто... Я вижу баллон краем глаза. О-о-о, отлично. Это было непросто. Нравится?
Возьми, скажи. Астромарей? И что-то там меня везде. Прекрати, что ты делаешь? Ахаха. Я Акакий, и мне норм. Вот вертолет. Вот это поворот. А досел вертолет. Это было круто. То есть это было тупо, как и большая часть вообще таких сцен в Resident Evil 6. Да. Он смыслом особым как-то не радовал. Ну а рядом с Атаки, это пошло у нас. Чё это такое? Так Симмонс же может... Смотри, накручивает эпик такой. Может, не надо Симмонса, а? Он у меня, честно говоря, уже в печенках сидит после... после того, что было. Представляю встречу с Симмонсом. Только не ты опять. И опять лучше тебя стреляю. Ты понимаешь? Ой. Угу. Ну ладно. Что у нас там по времени? 21 минута. Нормально. Двигаемся дальше. Окей. Следующая серия, кстати говоря, возможно, будет последней. Что-то есть у меня такое подозрение. Еще только четвертая глава начнется. А сколько их всего? Ага, вон как. Так что еще где-то часа полтора. Понятно. А для зрителей 3 серии. Ну, где-то так. При чем тут Леон? У тебя тоже показ Леона? Нет, мне пишет residentevil.net. Ой, сейчас будет битва на крану. А помнишь, вначале насада на вертолете там спасла? Угу. О. Готовься к этой ешке. Какие машины, смотри, пиксели. Сейчас тут будут Леон и Елена. И будут хорошо, по-моему. Мне так кажется. Как ровно она летит. Ну ты в Баттлфилде так же летаешь, да. Battle, я помню тот ролик про когда ты залетал. Миссия выполнима. С Жаном Рено, да. Да. Он мог, смог, и я тоже, да. Да. Ну я же залетел туда. Ну вот, да. То, что не вылетел, то уже. Я же говорил, что они будут. Да. Леон. Руки на ширине плеч. Я надеюсь, мне летать не придется. Хотя мы тут и на джипах ездили. Я стреляю. Опаньки. Вот так. Это был я. Не делай то. И смотри, что ты. Ладно, я не буду стрелять. Я ракетами нашел. Бум-бум. Елена лежит, ты что делаешь? Елена, бум-бум. Нет, но... У меня только прицельчик голименький, я бы сказал. Кстати, в марте игра на ПК выйдет. Это официально уже? Да, официально в Steam уже, можно предсказать. Я бы купил для лучшей графики. Так что? Но... Вот. Но... У меня не будет времени в нее поиграть еще раз. Да. Ладно бы там геймплей какой-то был сверху. Прям штука-штука, прям вау. Короче, ушли. А в обучение с таким трудом сюда залезают? Ага, все при смерти. Тебя, кстати, не было в кабине, ты залезал? Я же Акакий, и мне норм. Угу. А теперь ты тут. Опа. О, прикольно, вот это круто. Ты прям управляешь как бы вниз вверх или прямо еще лететь? Право вниз вверх, но по чуть-чуть. А сейчас я не управляю, не страшно. Ну правильно, не надо тебе слишком много давать. Теперь управляю. А, это не наш летарик. Йоу. Ну что же, стреляй по нему. Ракета, пошла, выпусти. Я не знаю, где ракета? Ну он дымится, так что все нормально. Ломать. Я просто стреляю по нему. R1 нажимаю, но я еще могу ракету выпустить. Ну я тоже ракету могу выпустить так. XX, нифига. Машинки, какие они квадратненькие все-таки. Да ладно.
У него навестись, похоже, надо, чтобы ракета вылетела. Что-то это она как-то не идет. О, пошла. Это у нас стреляют. Не. Да? Не. Да-да. Ну посмотри, он в огне, мы нет. Два придурка за вертолет. Дали вертолет. Вали его надо. Ты можешь по верхнему стрелять? Зачем? Чтобы я по нижнему стрелял, а ты по верхнему. А их два? Да. Почему я не могу пускать ракеты? А, мне нужно сначала... А, нет. Ой, попали. Я тоже не могу пускать ракеты. Ну и сколько по нему уже стрелало все? Да, все нормально. Блин, это круто. У меня вертолет сломан. Ой, ты посмотри, что прилетел. Понимаешь, что у нас нет шансов? Все, один выстрел нам не хватит. Спасибо тебе за это. Ну, это ты меня так плохо прикрывал, да. Я какие-нибудь. Я же за рулем. Так, давай. Сейчас ты сможешь. Наверное. Мне страшно. Ты должен говорить, что я молодец, что я крутой, я тогда его убью. Ну, вспомни. А может быть, ты будешь в ракеты попадать? А это вообще возможно? Я, кстати, не могу по нему тоже попадать. Мы мертвы. Да, блин, ты посмотри, что делается. А что делать? Что делать? А что это такое? Что это? Ну, давай. Сейчас сможешь. Да, милая машинка. Что ж ты всех врагов не пишет? О, я взорвал ракету, которая у нас летела. А теперь вот могу немного разбиться. Но у нас все плохо. Да, блин. Может как-то попробовать уворачиваться, я не знаю. Но не получается же. Ты пилот. Ладно, я доверяю тебе. Ты пилот. Какая милая машинка. Заметил вообще в Resident Evil 6 постоянно умираешь по очень много количества раз. Причем на одном и том же тупом моменте. Да. Ты вроде можешь уворачиваться, видишь? Ну чуть-чуть. Ну видишь, хорошо. Как шумы помогает. Ну, вообще да, что да. Ой, я в него ракету отправил. Опа-па. Получай! А, и вот у этого вертолета мы оружие, да? Нет. Я думаю, это тот, который начали компонировать. Она вообще ей пофиг, слышишь? Ага. Надо добраться до башни. Да. А потом заехать поесть. Как обычно. Сейчас партнеры без. Да, без. Знаешь, что я думаю, это сейчас будет тот момент, когда помнишь, там мы прикрывали. Ну, когда ты еще пытался подняться и постоянно. Да-да-да. Сел в воздухе. Или нет, мы сейчас... А, сначала еще тут, где мы на джипе тут покататься. Угу. Так, о, нам дали джип. Секунду, проехали. Ой, у нас забрали джип. Угу. Так, давай это скипнем как-нибудь. Мы все помним, что тут будет. Нет. Симмонс станет монстром. Симмонс. Я не хочу на него смотреть больше. Терпи. Нет, я не могу. Я прямо сейчас вырезаю себе глаза. Типа такой. Эта катсцена, кстати, неполная была. Компания заливала. Так что терпи. Мои глаза кровоточат, это хорошо. Тебя тоже? That's what you get for trusting Ada Wong. Хоть бы одну эмоцию, женщина. Она робот. И нет у нее сердца. Опаньки. Ракета пошла. А тут ракеты и будет, да? Ой, это хорошо. Это
непробиваемая. Ну? Больше ракет нет. Что-то они, ты видишь, они там стоят, купят. А он их застрелит. Я не могу попасть. Ты будешь отвратительно. Я вообще на месте стою, не выдумаю. Вот трясется все. Я не буду стрелять, я не могу. У меня, блин, сразу начинает мозг закипать. Погасли. Чем мне? Тебе больно было? Немножко. Чего бы это? Не знаю. Ох, ёлки, пожалуйста. Бабоньки, страшно-то как. А у него, по-моему, глаз. Ну, так я туда пытался стрелять. Но... Ты понимаешь, что ты делаешь в задний ход на вертолете? Да. Круто. Нормально. То есть, это окей для тебя. Это? Это пес бань. Ой! Нифига, вы тут убил. Динозавр так ян, иди домой. Ну, мои такие шопы. А боты нам вообще помогать будут? А зачем? Да ракету выпусти уже, дух. Да ракеты у нас были в самом начале, мы их потратили. Я понял. Я хочу ракет. Чем мы хотим? Ракеты. Всегда мы это хотим. Всегда. Бочка. Сорвал. Что произошло? Ломай его, ломай. Я, у меня прицел навести сюда. Да, блин, боты, вы помогайте хоть маленько. Смотри, автобус не уничтожается. Китайские автобусы, особо суровый, он опять растет. Ты видишь, ботов? Они должны подбежать, по-моему, да, к нему? Да. И бить ему сердце. Я хочу просто найти, где они вообще находятся. Где они есть? Вон они. Да, вот, смотри, они зашевелились даже. Слушай, это же вроде как мы должны убить, да, этот динозавр. Давай попробуем. Ну, это уже не удивляет. Давай бочку. Боты, подойдите, пожалуйста, к нему. Ну и чё они? А вот что-то, что-то происходит. О, блин. Я в него столько раз уже попал, что это просто смешно. А ты не попадаешь вообще. Да вот я прям в него стреляю. А у меня пока вообще нет? А я прям в него стреляю. Я не знаю, что делать. Стреляй, просто стреляй. У меня там глаз еще вот такой, может куда попадать надо. Но... Мне кажется, что-то багнуло. Нет. Даже не ронялся, я... О! Видишь, все нормально. О, джип. Я просто ехал на джипе, и вот он здесь, да? Да. Сколько секунд проедет? Давай посчитаем. Давайте, занимательный счет. Раз, два, три. Ладно, я веду. Пять, шесть, семь, восемь, десять. Машина. 20. Нормально, уже считай. Они больше едут, чем мы. Да, видимо, а мы нет. Отстоим. Вот ты монумент этот специально, да, вот этот, чтобы погораживать? Ну я что ли виноват, что он тут стоит. Да мы-то стреляем, ну. Сверху так прикольно выглядит. Ну короче, ну, секунд 40. Да. Ты мне почему-то больше всего напомнил этот Bulletstorm, когда мы динозавром управляли. А, да, и потом я, говорит, тебя как-то там назову, ага. Я буду помнить тебя вечно. Ты похоронил такой. Внизу бочка. Ну давай, Леон, не тупь. Вот я не могу что-то нанести с ним, вот я вот максимум.
А я его решу. А не смотри, могу. Давай. Я не иду, гасит. Ну давай, ну. Давай. Жопа. Ой, говорит, отходим. Вы кажется, что тут плохое поведение. Так я тут хочу туда. Черт ты будешь подал. Показался, я упал, это было плохо. Первый тренинг уже закончится. Ой-ой. Нужно было стоять ему глазище. Ой, тихо. Давай, зари на нас. Обыкновенный такой, да? День. Ну да, обычный день. Китай. О, глаз. Ну да. А вот я сдохну, что же нет. Ну вот, ну. Где они? Они далеко. Они отдыхают. Да что в тебя. А из него маленькие такие капельки крови капают. Сдохни, пожалуйста, ну. Я, знаешь, я хочу выпрыгнуть из вертолета и сделать все сам. Да, просто ножом его зарезать. Ну да. Ты посмотри на него. Просто посмотри. Я спрятался. Я сейчас убью его. Смотри, я бегу его убивать. На-на-на, подонок. Не он, господи. Да ты забрал его. О! Ну, наконец. Заманал. И просто заманал его. Ой, я не уворачивался. Все. Это нам сразу показало. Что мы не умрем, пока не пройдем. Ты понимаешь, что происходит? Понимаешь, что у нас даже нет шансов проиграть. Просто либо убить его, либо мучиться людей. Дети века. Я хочу сказать про то, что если мы взяли сейчас. Зыпа. Живых игроков, то это было бы немножко быстрее, я думаю. Ну, я про поэтому и спрашивал. Будем мы с ними. Еще скажешь, что ты знал, что так будет. Нет. Я. Нет. Can't stay out of trouble, can you, Leon? And always one step behind. Козле! Ненавижу! Пришить их. Да. Но все равно вот это то, что происходит в течение последних двух серий, это круто. Это круче, чем в первых. Да, вот так вот. Но это не круче, чем компания за Леона, скажем. Да. И это 38 минут. Угу. And this is the end. Мне просто интересно посмотреть, что сейчас будет. Симмонс? Ну, возможно. Положательница концов. А, подожди, это же. Это да, вот где ты его сзади с дробовиками сел. Это то место, где мы по 100 раз переигрывали, потому что нас все время разъединяло. Ну, наконец-то нам дают отыграться. Был дурацкий чекпоинт. Кто она вообще? Это просто. Кто эти люди? Не хочу их защищать. Так, я надеюсь, не буду. И ракету только туда отправил. О, мы спасаем людей, понятно. Я как Нина. О, ты посмотри. Как долго он с ним спит? Ты не стал задавать вопрос, да? Шиф! Так вот оно как происходило. Вот это прикольный момент. Клево придумали. Просто фи. Фарш просто. Тут чё? Вот он, просто чё пойдёт, смотри. Тут куча зомби. Откуда тут дерево?
режиссура на высоте. Пластика ракеты сразу. Еще одна. Не, ну вертолет это, конечно, прям Series 7. Пушу танчик. Ну на геймпаде это такого. Ну хотя бы здесь чувствительность не дичайшая, да? Ну да. Как бывало, момент. Могло бы быть хуже. Как бывало, скажем, на джипах. Когда Крис с Пирсом катались. Да, как что-нибудь видишь? Что еще и не умел водить. Я ничего не вижу. А, нам может приземлиться нужно? То есть мы все это как бы сейчас по приколу зачистили, потому что Леон с Селеной потом пойдет снова на цепь делать. Ну да. Опаньки. Зачем ты целовал РПГ? Я не знаю. Так, что у нас по времени? Давай заканчивать. 41. Давай на самом деле на этом закончим. Ну а что, эта серия мне понравилась. Хотя, конечно, под конец был затуп с этим вертолетом и с этим тираннозавром непонятным. Ну, в целом прикольно. Да, но в целом особенно понравилось на корабле там, да? Было круто. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Она не будет последней, да, Джек Шепард? Не знаю, да, не будет вроде как. Ну, короче говоря, что-то такое по ощущениям, уже близко к концу. Так что увидимся. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.